Привет, меня зовут Арина, и мне 11 лет. Меня делает счастливым, когда я провожу время с семьей или друзьями, а также, когда я получаю хорошие оценки и доделываю домашние задания до конца. Я очень хорошо играю на гитаре, а также люблю лепить из пластилина и рисовать. Мне становится грустно, когда кому-то плохо, или же, когда у меня плохие оценки. Меня это очень сильно расстраивает. Мы всей семьей садимся за столом и играем в несколько игр. В «Люксферму» и в «Помидорного Джо». Это две игры наши любимые, которые мы играем каждые выходные. Если бы у меня был миллион, я бы потратила эти деньги для того, чтобы помочь бедным людям и детям, а также животным, потому что благотворительность – это очень приятно и хорошо. Я бы хотела, чтобы у меня была немецкая овчарка, это была девочка, ее звали бы Элизабет. Мой любимый цвет – красный, потому что это цвет любви и сердца.